Самолет, на борту которого сильнейшие теннисисты России, приземлился в аэропорту Иркутска в 10:40 утра. Спортсмены прибыли в столицу Восточной Сибири для участия в международном турнире по этому виду спорта «Кубок Дэвиса». Завидев объективы камер, смущаются. На вопросы журналистов отвечает капитан сборной России Шамиль Торпищев. Рассказывает, играть предстоит с серьезным соперником – команда Италии. Ждем тяжелую игру, и реально всех их соперников отличает цепкость в игре. И очень выносливая команда. Поэтому у нас молодая команда, у нас смена поколений, но реально всегда выходим для того, чтобы выигрывать, поэтому будем готовиться. Готовиться начинают сразу по прилету, несмотря на разницу часовых поясов, короткий отдых и в Байкал-арену на тренировку. Российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса. На счету итальянцев одна победа, соперник 6 раз выходил в финал. Хороший тон предстоящим соревнованиям задает недавняя победа сборной России над сборной Испании в Владивостоке. Хотя спорт и вне политики, особо важные события спортивной жизни принято обсуждать на деловых встречах с представителями властных структур. За одним столом помощник президента России Игорь Левитин, глава при Ангаре Сергей Ерощенко, капитан сборной России по теннису Шамиль Торпищев. Обсуждается выбор Иркутска в качестве места проведения престижного турнира. Свою роль сыграли два обстоятельства. То, что у региона есть опыт проведения соревнований такого уровня и удачное географическое расположение при Ангаре. Выбор нас как территории, которая бы интересно было развивать теннис, это очень хорошо. Действительно, у нас много преимуществ по отношению к будущим соревнованиям на юге, и в Корее, и в Китае. Это, конечно, это территория с единым, похожими климатическими условиями, часовой пояс немаловажен. Но и самое главное, что есть хорошая традиция спортивная. Между тем, в ближайшем будущем спортивные традиции Иркутской области могут пополниться еще одной. В Приангарье будут развивать такое направление, как большой теннис. У нас есть поручение президента, и мы, конечно, вместе с федерацией должны отработать те шаги, которые приведут к развитию этого вида спорта. И, конечно, если в Иркутске будет принято решение о строительстве центра тенниса, я считаю, что это будет очень важный вклад, в том числе и мероприятия, которые проходят сегодня. Строительство центра в перспективе, а пока все иркутяне, неравнодушные к большому теннису, смогут взять уроки мастерства у российских спортсменов. Для членов нашей сборной это будет тоже своего рода разминка перед матчем, победа в котором гарантирует выступление на следующий год в элите мировой группы Кубка Дэвиса. Татьяна Веретина, Константин Синицын и Александр Барановский. Новости сейчас.